Всем привет! А с вами кто? Кон в пальто? Или дед Пихто? Нет, с вами 5P74. И мы продолжаем играть в Resident Evil Код Вероника. Оу-ей, да-да-да. Мы нашли лекарство, которое, я думаю, можно использовать для нашего друга Индусика. Только вот попасть обратным путем к нему не получится. Придется идти вперед. Что за... Добро пожаловать, Клэр. Принимая во внимание ту зону, где ты находишься, я приготовил для тебя специальную игровую площадку. Смотри, не разочаровывай меня. И не умирай слишком быстро. Я так хочу насладиться этим зрелищем. Слышь, ты анонист грёбаный, блин. Господи, что это было? Это Эшвард еще хуже, чем Салазар. Черт, что тут все закрывается нафиг, все двери. О, господи, а что это такое? Сердце вдруг забилось. Нам плохо стало? Клэр, что? Что такое? Может, нам надо самим эти таблеточки принимать? Пока у нас сердце в пятки не убежало. Так. Опа, еще автоматы. Пулемет, он не заряжен. Так. Блин, я только от него избавился, тут еще один. Пойду его положу. Да черт возьми! Что за херня? Who are you? Черт, он мне напоминает этого. Блин, как его? Это ж черт, блин. Мне даст пройти или нет? Ну как его, личмен, ё-моё, из Resident Evil Zero? Эй, придурок, мы так не договаривались. Так. Дверь. Да хватит меня мацать. Блин, у меня только одна травка. Чем бы ему зарядить-то? Или может он вообще бессмертный какой-то? У меня такое ощущение... Да блин, а! Опять какая-то хрень. Чё делать-то надо вообще? Господи. Ай, вот и первая смерть. Так, попробую-ка я у него стрелами с порохом выстрелить этого урода.
Ой, все что ли? Вот, вот, вот и все. Вот для чего. Ой, чуть сразу двери открылись. Вот для чего, наверное, стрелы с порохом были нужны. Так, а здесь что, все что ли, не пройти? Ну, зашибись просто. Просто зашибись. То есть вот не зря тут порох в том ящике, значит, это хорошая вещь. Надо вот для таких. Хорошо, это не коктейль молоту, кто кривой. Так, придется траву использовать, потому что сейчас мне придется. Так я не понял, где эти патроны там лежат? Какого хрена дверь открылась? Ну и где эти патроны? Что-то я вообще не пойму. Так. Значит, я стоял тут. А, все, понятно. Они с той стороны. Да фак, еще одна хрень. Вау, нифига себе! Матрица! Стив, выручай нас! Какого хрена спишь? Откуда ты, кстати, патроны взял, Стив? Ты можешь вообще пофиг, блин. Его надо сжигать. Наверное. О, да, это отлично. Не волнуйся, Клэр, твой рыцарь в сверкающих доспехах тут. Дай пистолеты, придурок. Ну ты скромняга, но все равно спасибо. Видишь, вот почему я тебе нужен. Ну что еще? Вот, получи. Пулемет? Мне? Ты же знаешь уговор. А ты чё хотел? Жопу Клэр, что ли? Ладно. О, это хорошо. Это так круто! Есть! Мое оружие! Отлично! Патронов нет, придурок. Эй, так ты меня разыгрывала. Вон там много патронов, как раз для тебя. Где-где? Где-где? Ты куда верчу? Подсади, я достану тебе. Ой, ладно, ладно. Какая милая сцена, подсади эти патроны. О боже, моя спина. А ты тяжелее, чем кажешься. Скорее. Все, на, лови в окно. Ну, счастлив? Что? Теперь, когда твой рыцарь показал свое лицо, он может присоединиться к тебе на пути к смерти. Черт, опять один и тот же актер, что ли, озвучивал? Не актер, там обычный чувак сидел. Что-то мне казалось, разные люди озвучивали Эшфорда и. Ладно, Стива. За дело. Подожди здесь, Клэр. Давай, давай. Сейчас я испытаю свою новую игрушку. Ну что, нам тебе за Стива, что ли, бил? Ой. Ты как
какого хрена не умираешь? Какая-то жидкая у тебя игрушка, Стив. Стив 173-60. Заключенный. Преступник 267. А у Клэр какой там номер? Что за фото? Семейное фото. Все фото. Так. Что надо сделать? О, дробаш! Так. Карта. Какая карта? Военный комплекс. Что-то я его заплутал. Направо можно и налево. Налево я не был. Интересно, эта бочка может взрываться? Ёп! Что ж я так коряво бегаю, блин? Интересно, эта бочка взорвется, нет? Эй, ни хрена. Да лежать. Какие-то ребята вообще. Опа, стоять. Патроны. Они не подойдут, да похрен, блин. Для Клэр возьми. А чё Стив-то сюда попёрся? Чё это нам именно за него дали порулить? Чё-то я пока не вкурю. Блин, да как вы запарили? Хватит уже насиловать Стива. Он не заслужил такого отношения к себе. Что-то эти зомби какие-то железные стали. Или пулемет просто такой. Чувак, каску подбери свою. Так, это ты тоже не возьмешь. На простой замок. Ну на простой, не на золотой же. Так, что тут? Химикаты для чистки оружия. И что? Остались же часть пистолета. Она не подойдет для пулемета. Это вообще Стив дурак, блин. Выходи своими сраными, блин. Да, тут прилично. Всякий боеприпас. Что если вернуться? Он сейчас скажет, все, я набегался, Клэр, иди ты. В чем дело? Душа в пятки ушла. Такой повернулся. Мама, ну не отправляй меня опять к этим зомби. Я не хочу идти в школу через кучу неживых чубричков. Да мы вообще идем, мне это уже бесит. Еще плевали. И в кого он там еще стреляет? Я первых зомби убивал, ну пару патронов. Интересно, а это взорвется хрен.
для вентиляции. Так. Что там у нас? Машина может быть в сбой в этом случае. В каком? Поднимите рычаг, как то указано на рисунке. Тут вообще какой-то план написан. Устройство вентиляции продолжит работу. Блуждаю тут, блуждаю. Эй, Клэр, я расчистил для тебя путь. Теперь идти безопасно. Это как он ей говорит? Ну, и что же будет моей работой? Видишь, эта штука намного надежнее, чем некоторые люди. Чем люди? Не говори гоп, чувак. Когда-нибудь и... Стив. Пулемет даст осечку. Что ты тут делаешь? Как ты сюда попал и где твоя семья? Заткнись. Я не хочу об этом говорить. Стив. Забудь. Пошли дальше. Хрень какая. А нам дадут сюда вернуться? Я хочу там пособирать патроны. Там вообще столько всего осталось. Ну и куда ты побежал? Где мощи? Так. А вон можно на лифте вернуться, там комнатка, может там сейв-рум находится. Быстрее за Стивом, мать вашу. Что ж такое-то? Ла-ла-ла, ну за Стивом так за Стивом. Могли бы и сами сбегать. С чем передавать управление, все равно. Быстрее за Стивом. Ух, ёп! Клэр, ты в порядке? Стив, сзади! Чик-чик! О, вот так вот. Все патроны строить. Нет. В чем дело, Стив? Стреляй! Че ты обделался? Это его отец, да. Что ли? Я не могу. Я думал, у него патроны кончились. Фу, такой, слава богу, не на меня пошел. Нет! Стив, ты чё? Отец!
Дурак, успокойся, блин, сейчас же КЛР там зацепишь. Стив! Отец! 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 Отец работал на корпорацию Umbrella. Он пытался добыть информацию, чтобы передать ее вышестоящей инстанции. Его поймали. Маму убили. А нас отправили сюда. О, Стив! Он поступил глупо. Так по-идиотски. Теперь все хорошо. Расслабься. Хорошо-то хорошо, да ни хрена хорошего. Ладно, погоревали и хватит. Где мы? Так. Можно сейчас назад вернуться или нет? Обратно потом не сможем. Вот в чем проблема. Так, ладно. Что здесь у нас есть? Надо оружие, кстати, переключить. Самое интересное, что если бы вот когда я бы пошел, где пулеметы, и меня заперли, а у меня бы в инвентаре места не было. Че, все перезаписываются? Как бы я взял автоматы? Вот такие вот незадачки иногда ставятся, что, блин. Так. Лифт и батарея вынута. Интересно. Надо будет запомнить это место. Да, вот так вот, блин, посмотри, столько. Ух! Да что у вас? Так, еще стрела. Блин. Места нет. Ну, в смысле, есть, но... Так. Танк, нифига себе. Аквариум. Это так танк называется, что ли? Старый аквариум.
Обалдеть. Так, и чё, обратно всё, что ли, никак? Ладно, ещё траву съем, бог с ним. Всё понятно. Так, сейчас попробую тогда туда сходить. Ну, одностороннее движение. Так, откуда мы пришли-то? Что-то я заплутал немножко. Сюда. Надо ту комнатку посетить и вообще опять вернуться. Я думаю, может там какой-нибудь сейв-рум или... Или вообще... Парень, а ты откуда тут взялся? А все что? Ай-яй-яй-яй-яй! Что себе, в первый подвал еще можно съездить? Блин, ну и локация просто огроменная. Бегай куда хочешь. Прям как город. Черт, не сюда. Блин, вот туда же надо было идти. Господи. Жать, тварь. Так, не туда. Ну давайте мне сейв-рум. Что-то я тут долго бегаю уже. О! Черт, это просто сохранялка без... Без сундука, что ли? Да вы, козлы! Мне вот эта хрень нужна. Ну ладно. Выстрелить-то я смогу. Похоже на изображение комнаты. Здесь чего-то явно не хватает. Хочется эмблему взять, посмотреть и сохраниться надо. Ладно, сохранимся. А ящик уже будем искать в другой части. До скорых встреч, друзья.